Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и вы на канале «Рыбалка с Дивером». Сегодня я продолжаю снимать фильм о мощных палках. И в данном фильме я вам покажу не одну палку, а целую серию. Серию палок от компании «Спортекс». Модель «Нептун». В сегодняшнем фильме будет несколько палочек данной модели. Модель, повторюсь, «Нептун» от компании «Спортекс». Размер данных палочек будет, да практически все они будут 2.15. Но разные кольца, разный строй, разный типаж удилищ. Тестовка будет от 20 лб до 50 лб. Одна из этих палочек будет очень короткая, 1,85 м. И сравню эти палочки с бюджетной совсем палочкой, с палочкой Авачи. Покажу вам, насколько эти палочки близки по своему строю, по типажу, и попытаюсь объяснить, в чем же разница между этими двумя палочками. Компания Sportex на рынке довольно-таки давно, где-то с 80-х годов, и за это время она уже смогла завоевать определенный круг поклонников среди рыбаков. У данной компании есть шикарная линейка карповых удилищ, спиннинговых, бросковых удилищ и удилищ морского класса, среди которых я нашел себе именно какие-то спиннинги, которые подходят именно для нашего речного троллинга, для рыбалки троллингом в один спиннинг. У данной компании есть несколько линеек, которые подходят для нашего вида ловли. Это серия «Магнус» и серия «Нептун». Сегодня мы поговорим конкретно о серии «Нептун». Каждое удилище «Спортекс» оснащено вот таким паспортом. Оно прикрепляется к ручке и продается вместе с ним. Если вы данный паспорт регистрируете после покупки на официальном сайте sportex.com, то вы получаете 10-летнюю гарантию на бланк и 2-летнюю гарантию на фурнитуру. Да, друзья мои, и напоминаю, что в данной компании действует мой промокод DIVER10. И писать его нужно именно так. Внимание, пишем его английскими буквами, большими буквами и 10 слитно. Получается DIVER10. Данные спиннинги сделаны для морской рыбалки. Спиннинги очень мощные, полуторачасные. Разбираются на ручку и на бланк. У всех спиннингов ручка сделана из материала эво. Многие знают уже, что это за материал, и рассказывать о нем сильно не надо. Могу просто, как бы, для тех, кто не знает, сказать такую вещь, что эта ручка довольно-таки долговечная и довольно-таки теплая. Абсолютно все удилища идут с длинной рукояткой. Для любителей ловить с поясом спиннинг имеет вот такой упор. Также имеется заглушка для тех, кто ловит без пояса. Для того, чтобы при упоре спиннинга в наше тело спиннинг нас не травмировал. Сегодня я вам покажу две палочки с тестом 20 лб. Одна из них 1,85 м длиной, другая 2,15 м. Две палочки с 30 лб. Обе палочки размером 2,15, но с разными колечками. И одна палочка будет у нас сегодня в размере 2,15, но с тестом 50 лб. 50 лб. Вроде бы как большой тест, но на самом деле не торопитесь делать выводы. Досмотрите фильм до конца, и в конце фильма я покажу вам именно 50-лбовую палочку. Вот. Так. И, соответственно, я вам покажу Авачу. Не покажу ее, потому что вам покажу ее, а покажу ее, потому что мы сравним с данной палочкой
все эти палочки. Ну, скажем, 20-илбовые палочки я сравню, 30-илбовые даже сравню с этой палочкой, чтобы вам наглядно было видно, потому что многие уже, скажем, эту бюджетную палочку Avacho уже оценили. Но у меня многие спрашивают, Илья, то есть определенные недостатки у этой палочки, то есть колечко довольно-таки далеко стоит от ручки, и поэтому при трофейном вываживании у нас режет рукоятку, режет руки плетенка, если мы вывожим, ну, скажем, трофейного сама или там какую-то большую крокодиловую щуку там. Вот. Палочка тоже полуторачасная, но, к сожалению, вот есть у нее определенные недостатки. Ну и плюс это все-таки бюджет, да, бюджетная палочка, которая, в принципе, и по чуйке также уступает. Так вот, многие спрашивают, Илья, есть ли что-нибудь похожее, но подороже? Да, есть подороже, где-то в районе получается, наверное, 1008-9, я не знаю точно, сколько это будет обходиться со скидкой. Без скидки они стоят в районе 10 тысяч рублей. Плюс скидка идет в магазине Sportex от самого Sportex, периодически проходят какие-то акции. И плюс еще суммируется моя скидка по договоренности с данным производителем. Вот. То есть палочки где-то будут выходить в районе, наверное, 8 рублей где-то. Но еще и помните, что на данные палочки от компании Sportex гарантии 10 лет. Итак, давайте посмотрим, значит, начнем, попробуем сравним сразу, чтобы не будем растягивать резину, и сравним Avacho ту же самую с 20-илбовой палочкой, ну, скажем, вот 2.15. Потому что та 2.10, это 2.15. Будет как раз вот, наверное, довольно-таки очень правильное сравнение. Это у нас Avacho до 300 грамм. Размер 2.10. Это у нас спиннинг 2.15 с тестом 20 ЛБ от компании Sportex Neptune. Двадцатиэлбовый Нептун чуть-чуть помягче, чем 300-граммовая Avacho. Чуть-чуть. Кстати, вот такого плана спиннинги подойдут для любителей того же самого стаканного троллинга или, допустим, для ловли на водоемах без течения или с каким-то умеренным совсем течением на некрупные приманки. Чуйка у данного спиннинга довольно-таки неплохая. Я имею в виду про Нептун. Avacho тоже имеет неплохую чуйку, но немного уступает. Сейчас я вам покажу еще одну палочку, сравнимую тоже с, значит, с Avacho бюджетной палочкой. Значит, значит, тест будет 30 ЛБ, размер тот же 2.15. Вот здесь уже, наоборот, немного пожестче получается 30-илбовый Нептун. То есть внизу Avacho. По ощущениям, просто вам, я вам по ощущениям, вот именно, по ощущениям, наверное, говорю, вот тяжело вам, наверное, показать. Но вот видно, что это прогинается палка больше, это реально меньше, да? Вот для себя бы, я бы выбрал бы для, скажем, для ахтубы, для небольших приманок именно 30-илбовый Нептун. Вот. Для... В агрессорах, наверное, он там... При халкообразных приманках, наверное, он как согнется у нас вот так. Ну, Avacho сгинается побольше при троллинге с агрессором. Опять же, все зависит от скорости и от течения, где мы именно троллингуем. Места разные бывают. Ну, вот... 30-илбовый в размере 2.15 Нептун очень мне подходит. Но для себя я выбрал вот такой спиннинг. Это тоже 30 ЛБ, тоже размер 2.15, но колечки стоят пониже, в отличие от предыдущего спиннинга. И мне почему-то кажется, что именно вот этот спиннинг верхний, он пожестче. То есть вот парадоксально, да, на самом деле, вроде бы и тест один, и размер один,
Но производитель сделал два разных удилища. Ну и, наконец, в 50-лбовом исполнении, то есть тест 50 лб, длина 2,15. Вот это колышек. Вот такого плана колышек отлично подойдет для рыбалки на Волге, на Ахтубе, на приманке, скажем, халкообразные, бандитообразные и тому подобное. Я думаю, что он неплохо суниверсалит и с более мелкими приманками. Кольца установлены здесь тоже низкие. Но, друзья мои, данное удилище уже не подойдет, я думаю, для ловли именно на рыбинке. Тут надо понимать, что вот когда мы выбираем удилище, или мы берем универсальное, которое подходит и туда, но тогда у нас оно, получается, немного проваливается, значит, сильно нагружается именно на водоемах с течением сильным, и там, где мы используем более упористые приманки, как раз на таких водоемах, вот, но хорошо себя комфортно ведет на рыбинке. Или наоборот, значит, да, то есть на рыбинке мы не сможем данное удилище нагрузить при скорости, там, скажем, 3 км в час. Вот, нам придется, чтобы нагрузить его, ну, довольно-таки прилично втопить. Вот. А не нагрузив удилище, мы ничего не поймем. Нагрузив удилище, я имею в виду, что удилище должно вот согнуться и встать в рабочее положение. Вот здесь вот уже вибрацию видим, когда, значит, что у нас там происходит с приманкой. То есть, как она отрабатывает. Если удилище будет просто вот так стоять, мы ничего не поймем. Оно должно встать в рабочее положение, нагрузиться и отрабатывать. Далее, я хотел бы показать очень короткое удилище, 1,85 м, с тестом 20 лб. Данное удилище, опять же, хорошо подойдет для водоемов совсем с умеренным течением или типа водоемов рыбинки. Вот. Я думаю, что любые приманки на рыбинке, данные удилища с 20-лбовым тестом, что, допустим, это 1,85 м, что 2,15 м, хорошо протащит и хорошо справится. Данное удилище уже с курком, более короткое и, скажем, более компактное. Итак, друзья мои, давайте рассмотрим эти удилища теперь поближе. Ну, во-первых, как я и сказал, эти удилища полуторачастные. То есть отдельно снимается у них ручка и остается полностью бланк. Итак, друзья мои, у данных спиннингов есть бланки с разными колечками. Вот с высоким колечком. Это удилище 2,15 с 20-лбовым тестом. Первое кольцо у данного спиннинга очень высокое. Ну, как очень высокое? В принципе, по соотношению с другими колечками. Скажем, то же самое удилище с таким же тестом 20 лб, но уже в размере 1,85 м, имеет вот такое первое колечко, не такое уж и высокое. Разница, в принципе, довольно-таки существенная, да? С такими же высокими колечками есть и 30-лбовые удилища в размере 2,15. Для наглядности показываю вам первые колечки. То есть они идентичны, одинаковые. Сейчас мы смотрим на удилище 50-лбовое в размере 2,15. Вот это у нас первое колечко. По сравнению, опять же, с кольцами высокими. У данного производителя есть еще ниже колечки, которые, я как сказал ранее, выбрал для себя. То есть мне очень нравится низкая расстановка колец. Оно на самом деле не то, что ниже, оно просто расположено, наверное, по-другому. Другие просто колечки, хотя чуть-чуть пониже. И это особенно хорошо видно по колечкам, которые расположены дальше, которые идут к вершинке. То есть видите, насколько они, ну скажем, изящнее. Более изящные кольца, ну с низкой посадкой, назовем это так, чем они хороши? Они хороши тем, что, ну, лишний раз не цепляется плетня, да и вообще сам спиннинг смотрится намного симпатичней, ну и, соответственно, и легче.
Тут бесспорно качество очень хорошее. И заливка колец, и вообще как бы докопаться особо не к чему. Видите, вот данные колечки, они и потоньше, скажем так, и пониже по сравнению, скажем, вот с этими колечками. Хотя и то кольцо на самом деле силовое, имеет две ножки, да? Вот для себя я выбрал вот такой спиннинг. Давайте поближе попробуем посмотреть. Одному снимать очень тяжело. И вот, вот у нас два третьих кольца. Да, насколько, значит, и вес получается меньше, и, соответственно, ну, они ниже. Но на вид, конечно, вот эти колечки кажутся мощнее. Это у нас, друзья, средняя, вот скажем, расстановка колец. Это самая как бы низкая, легкая, это средняя. И вот это у нас получается тоже первое кольцо, самое высокое. В том году мы вам показывали спиннинг вот именно с такими кольцами. Базаров Сергей ловил на такой спиннинг. Ему он был мною подарен. И он себе его оставил. Я себе, как бы, наверное, возьму вот эти два спиннинга и буду их показывать вам на воде. То есть один спиннинг, значит, 2.15.50 ЛБ. Нептун Болт, кстати, называется, потому что он более мощный. И еще один спиннинг оставлю себе 2.15.30 ЛБ. Значит, Нептун Джиггинг. Ну, вот эти вот две палочки мы с вами и протестируем, наверное, на воде. Пока не забыл, хочу сказать огромное спасибо компании Sportex за предоставление данных удилищ. Благодаря данной фирме вы можете посмотреть сегодня, ну, не одно, не два удилища, а я вам показываю 5 удилищ, которые, наверное, найдут своих каких-то определенных почитателей. Повторюсь, промокод DIVER10 дает вам дополнительную скидку на данные удилища, не на данные даже удилища, а на любые удилища от компании Sportex. Можете взять себе джиговые, твичинговые, там карповые удилища, и вы получите дополнительную скидку в 10%. Катушка держателя у всей серии Нептун одинаковые. Кстати, заглушки у данных спиннингов держатся очень хорошо, и не надо ничего дополнительного на спиннинг, значит, наматывать, типа изоленты какой-то, чтобы не потерять данную заглушечку. Заглушки держатся отлично. Вот, друзья мои, это вот как раз вот самое низкое расположение колец. Это мы смотрим уже концевую часть. Вот, допустим, да, это, можно сказать, предпоследнее колечко. И вот уже вот эти у нас идут от удилищ, которые имеют более высокую расстановку колец. Тюльпаны у них, похоже, у всех одинаковые. То есть, как бы, разницы я особо не вижу. Только по размеру. Толщина стенок бланка довольно-таки толстая. То есть спиннинговые удилища довольно-таки мощные. Нептун, я думаю, больше понравится как раз тем людям, которые не приветствуют именно такие колышки, как я приветствую. То есть это те палочки, на которые ловит основная масса, ну скажем, треллингистов, наверное. Это, кстати, 50 ЛБ. 50 ЛБ, для сравнения, 30 ЛБ. И для сравнения, 20 ЛБ. Держу спиннинг у восьмого кольца.
Данное удилище, которое для себя я, скажем, выбрал, я буду показывать в этом сезоне на воде, как они себя поведут. И там же, в фильмах, я более, может быть, какие-то нюансы раскрою о них. Вот. Ну, я вам показал авачу, показал их. В принципе, разница невелика. Для любителей авачи, для тех, кто оценил такого плана удилище, как авача, ну или такой же строй, типаж, вот, эти удилища как раз и подойдут. Они довольно-таки качественные, сделаны добротно, имеют 10-летнюю гарантию на бланк, 2 года на фурнитуру. То есть, крути, верти, наслаждайся. Если вдруг что, вам это дело все, как говорится, заменит. Ну, конечно, если вы не машиной по нему проедете, то явно будет это видно, да? А если при забросе, при вываживании, я думаю, при зацепе удилища, если сломается, при зацепе часто ломается удилище, то вам беспроблемно все это дело поменяют. Не надо говорить и озвучивать, что вы, наверное, при зацепе, конечно, сломали, но при вываживании рыба сломалась удилище, все. Вот. А на зацепах, кстати, ломаются довольно-таки часто. Вот. Опять же, когда вы отцепляете отцепом приманку, вы, кстати, тоже помните, что вы можете сделать критический угол, значит, у спиннинга и таким образом сломать. Я вообще иногда наблюдаю, как многие рыбаки отцепляют свои приманки, и мне аж страшно становится. Вот, скорее всего, палочки у них какие-нибудь стеклопластик или какие-то совсем дешманские, те, которые, ну, такие тяжеленькие. Потому что есть дешманские удилища, которые пытаются сделать под дорогие, вот они очень хрупкие. А есть дешманские удилища типа крокодила. Да там хоть критический угол, хоть чего там, я думаю, что, ну, сплошной стеклопластик. Там мало что может сломаться, скажем так, удилище из стекла очень прочное. Выбирая троллинговое удилище именно для ловли судака, здесь нужно подходить, ну, скажем, довольно-таки ответственно к этому выбору. Почему? Вот многие вообще считают, что троллинг – это, да, рыбалка такого плана, которая, как бы, ну, не особо интересная. Рыбалка – это не рыбалка вообще, это так для лентяев, для тех, кто рыбачить не умеет. На самом деле это очень ошибочное мнение, и сейчас я попытаюсь это вам объяснить, почему все же это не так. А потому давайте смотреть, разберемся. Давайте сначала разберемся именно, как клюет судак, как он ловится на джиг, какие у него поклевки, как мы его подсекаем и какие удилища мы к этому выбираем. Вот. Не когда мы ловим щуку, скажем так, да? Хотя это тоже немаловажный фактор, когда мы подбираем удилище с хорошей чуйкой, чтобы, допустим, полностью контролировать ход событий. То есть, что происходит на дне, там травка, муравка, что там, чего там коснулось. То есть, чуйка – это всегда на первом месте идет в любой рыбалке. Так вот, а если мы ловим судака на джиг, то нам нужно вообще, ну, сверх, наверное, хорошее удилище, чтобы ловить очень хорошо. Значит, что значит сверххорошее удилище? Во-первых, оно должно быть сверхправильное удилище, точнее, сверхправильное удилище, чтобы ловить хорошо и чтобы ловить много. Значит, ну, джигитов умных очень много, и они вам расскажут более, наверное, красиво и подробно. Я просто сейчас подведу какую-то вот черту, то есть подведу какие-то вот две вещи. То есть вам нужно удилище, во-первых, хорошего строя, быстрого, для качественной быстрой подсечки, для моментальной подсечки, скажем так, чтобы, если, допустим, будет удилище более мягкое, то подсечка у вас будет, ну, спиннинг будет проваливаться, то есть подсечка будет растягиваться. Вот. И не так быстро она будет происходить. То есть пока он согнется, потом вы только подсекаете, когда он уже до точки, до определенной контроля дошел. Вот. А жесткий спиннинг, он практически делает подсечку моментально. Вот. Почему сейчас и плетенки какие-то даже делают, что якобы плетенки имеют все-таки растяжимость, сейчас делают которые, ну, какую-то минимальную. Вот. Сейчас вообще нововведение, нововтирание такое идет, что плетенки вообще сейчас появились, которые не растягиваются. Хотя интересно, лет через 10, что они скажут, что они придумали еще какую-то суперплетню, которая вообще даже супер-супер не растягивается. Но это вообще о другом, как бы, тема. Это уже какой-то маркетинг, наверное. Ну, хотя, может быть, в принципе, в чем-то они и правы. Наверное, может, плетенка и растягивается где-то. Я оспаривать это не буду. Но мне лично это хватает. Хотя, я говорю, опять же, что значит, мне это лично хватает. Да, возможно, с новой плетенкой такого уровня, может быть, и подсечки будут еще быстрее, да, реализовываться. Поэтому тут
оспаривать, пока ничего не буду. Так вот, все это приводит к моментальной подсечке судака. То есть, качественный спиннинг, быстрый строй, с хорошей чуйкой, плетенка, все эти составляющие, все вместе приводят к тому, что мы быстро можем подсечь судака. Почему? Это все очень важно, потому что судак атакует приманку крайне быстро и осторожно, причем он ее не, скажем, если даже проглатывает каким-то образом, то он ее не прижимает там, то есть он ее готов тут же и выплюнуть. Он ее взобрал в себя, как говорится, всосал, да, и обратно выбрасывает. Вот. Или, допустим, прикусывает, кусает за спину, просто прижимает приманку, то есть носом своим долбит приманку, и поэтому при подсечке иногда мы его багрим за галстук. Вот. То есть судак очень хитрая, осторожная и очень быстрая рыба. Поэтому нам нужно молниеносно отреагировать на его поклевку. Теперь смотрите, это про джик я рассказал. А что же, допустим, думают те люди, которые говорят, что троллинг нет, это все говно, это все это тоже. Да, наверное, это, ну, говно, если, допустим, все это плохо, если троллингист ловит в стакане, как многие тоже сейчас уже пытающиеся развиваться блогеры, так ловят, вот они катаются и рассказывают нам попутно что-то, спиннинги стоят в стаканах, один справа, другой слева, на одну приманку ловится, на другую нет. Вот. Здесь, да, наверное, это неинтересно. А если вы держите спиннинг в руке и вы полностью контролируете каждый стук, каждое прикосновение, листочек, веточка, ракушечка, щелчок, удар, прижим судака, все это вы контролите, то рыбалка превращается в крайне интересную штуку, именно троллинговая рыбалка. И вот здесь именно для такой рыбалки нам нужны качественные спиннинги. Данные хорошие качественные спиннинги нам позволяют как раз контролировать полностью приманку и вовремя подсечь судака. И при возможности, при желании, при нашем желании, если мы захотим это сделать, санимировать приманку, то есть подтвичить ее, подыграть ей. Мягким спиннингом вы уже это не сможете сделать. Вот, как-то так. Теперь, значит, по поводу поклевок, по поводу, что троллинг, опять же, неинтересная рыбалка. Что же вы думаете, что судак выбирает, как клевать на, значит, как атаковать приманку, как ее кушать, воблер это или силиконовая приманка? Вот скажите мне. Неужели он, это воблер, я сейчас, короче, прямо повисну на него, там, на три тройника, там, да, и, короче, прям заглочу его, там, блин, по самые уши, там, не знаю. Что он должен себе сделать в виде троллинговую приманку воблера? А? Как он должен ее атаковать? Он также ее атакует, также он ее прижимает, также он ее долбит, да? Также он аккуратно ее прикусывает. Вот. Все то же самое. Только на самом деле ему проще попасться, проще на самом деле попасться на силиконовую приманку. Скажем, даже небольшого размера. Почему? Почему вообще маленькие приманки, тот же самый воблер, тот же самый силикон, ловят больше рыбы? Потому что эту приманку проще заглотить. Понимаете? И все на самом деле вот троллингисты, которые используют, ну, скажем так, стаканный троллинг, ловлю троллингом такого плана, вот, они в основном ловят на маленькие приманки. Вот, или ловят щуку. А если они ловят судака на большие приманки, ну, с такой расстановкой спиннингов в стакане, то они заранее обречены на провал. Почему, опять же, я говорю, рассказываю? Потому что, я говорю, судак атакует так же, как на джик. Аккуратно, деликатно, хитро и быстро. Вот. И поэтому вы должны молниеносно отреагировать при троллинге и при джиге то же самое. Вот. Крупную приманку он порой, я говорю, вот есть, могу рассказать такую историю интересную. Мне, значит, ко мне подходит на берегу человек, показывает приманку, говорит: Илюх, я поймал два судака. Смотри, как они мне всю приманку истрепали, да? То есть, вот приманка, ну, реально вся драная, вся спина вот прям в порезах таких. Ну, я, глядя вот уже своим взглядом профессиональным, говорю, что, ну, про себя думаю, ага, там, короче, блин, ну, судаков 10, наверное, может, даже десяток атаковали эту приманку и должны были быть пойманы, по идее. Вот. А он поймал всего два.
Я говорю, а чего у тебя такая драная-то? Так вот эти два, я сам удивлен, значит, покраска, воблер плохого качества. Представляешь, два судака так подрали приманку. Я говорю, дружище, ты ошибаешься. Вот, он говорит, что именно? В чем я ошибаюсь? Я говорю, ты ошибаешься в том, что значит, приманку именно атаковали только два судака. Я больше чем уверен, что говорю ему, что у тебя была масса атак, но ты их просто не видел. То есть там, 10-20 атак точно было на эту приманку, судя по ее состоянию. А ты просто это даже не видел, не осознал, не почувствовал. Он говорит, такого быть не может. Я же два поймал. Вот. Я говорю, ну ты поймал те, которые именно просто повисли, потому что да, реально тройники, тем более там три тройника, возможно, да, вот. И зачастую судак виснет. Вот. Виснет, и мы это видим по спиннингу, он прогнулся, все повис, и мы тогда начинаем выматывать. Многие это называют вот поклевка. Нет, друзья мои, это не вот поклевка, это вот судак повис. То есть он уже попался к вам. А все поклевки вы профукали. Ну, я имею в виду про тех людей, которые именно не понимают сути ловли, именно моей методики ловли, скажем так. Вот. Почему, допустим, люди все равно ловят, и да, они ловят, я же не оспариваю это, но я вам еще раз говорю, допустим, если понять суть и копнуть, как говорится, поглубже и осознать все это дело, то по моей методике будете ловить в 2-3 раза больше. То есть, если правильно подобрать спиннинг, если понять и осознать сами поклевки с удачей, реализация улова, она возрастает. И вот здесь уже реально похоже иногда даже бывает на промысел. Потому что мы ловим быстро, мы ловим много. Ну, те люди, кто именно ловит так, как я ловлю. Вот. И самое важное, мы ловим интересно. Вот. И рыбалка превращается уже не в рыбалку, а в какое-то... Ну, в рыбалку. Именно рыбалка превращается именно в хорошую рыбалку. Вот. А не просто, скажем, она превращается в сидячий вид троллинга, который там, как многие раньше рассказывали в свое время, помню, в 90-е годы. Если вы хотите отдохнуть от рыбалки, вот. Если вы хотите, чтобы ветерок вас легенько обдувал, то троллинг. Садитесь и покатайтесь, отдохните. Нет, друзья мои, на самом деле троллинговая ловля тоже от нее очень сильно устаешь. Устаешь от мотора. Причем, наоборот, хочется порой отдохнуть от троллинга. Потому что устаешь от шума мотора, от завода, выключания двигателя. Тем более, если там не электронный запуск, а с дергалкой, значит, да. От всего этого устаешь. Кому интересно, опять же, на выставке можете спросить, почему я выбираю именно румпельную лодку. Ну, какие-то такие вопросы вы можете задать, и на все эти вопросы я постараюсь вам ответить. Также постараюсь сделать еще очередной фильм «Теория троллинга. Часть вторая». Там постараюсь еще как бы это все дело поднять, рассказать и какие-то нюансы приоткрыть. Все, друзья мои. Всем пока.